В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» берчане стали участниками сразу нескольких мастер-классов, узнали много интересного и смогли открыть в себе новые таланты. На мероприятии побывали мои коллеги. В рамках акции «Ночь искусств» берчане познакомились с особенностями танцевальной культуры народов России, приобрели навыки ораторского и актерского мастерства, а также попробовали себя в роли рукодельников вместе со специалистами по вышивке. Первыми встречали гостей представители клуба вышивальщиков СССР, что в переводе означает «Союз самых счастливых рукодельников». Мастерицы рассказали о творчестве и показали свои работы. Во-первых, показать людям вышивку, потому что, как часто я сталкиваюсь, люди даже не представляют, что это такое. То есть, и первые пришли, не думают, что это нарисованные картины, что это живопись. Вот. Второй момент, чтобы пригласить в клуб и научить всех желающих этому мастерству. Популяризовать рукоделие. Это прекрасное средство от скуки, от стресса, от депрессии, от чего угодно. Прекрасный способ развлечься и творчество, оно всегда полезно. Коллектив ансамбля народного танца «Берчаночка» представил особенности танцевальной культуры народов нашей страны. Мы решили провести небольшой мастер-класс, в котором разобрать характерные особенности народных танцев тех народов, которые живут на территории нашей страны. Мы разобрали русский, конечно же, танец, белорусский танец, украинский танец, казахский танец и татарский танец. Затем хотели бы с ребятами, чтобы они ничего не забыли, собрать все это воедино, в небольшой флешмоб. На мастер-класс пришли дети и подростки, которые уже давно занимаются хореографическим творчеством, а также ребята, которые еще находятся в поиске своего направления. Мне стало просто интересно, потому что я тоже танцую, но в другой группе. Мне стало интересно посмотреть, как другие танцуют и учатся. Я сюда пришла первый раз, и мне стало интересно, как они тут танцуют, искусством занимаются. Эксклюзивный мастер-класс по ораторскому и актерскому мастерству прошел вместе с учащимися детской школы телевидения. Школа телевидения – проект медиахолдинга ТВК, созданный специально для тех, кто хочет стать профессионалом в сфере медиа. Под руководством опытных педагогов участники мастер-класса учились правильно и четко выражать свои мысли, избавляться от страха перед публичными выступлениями и другим полезным навыкам, которые необходимы каждому человеку. Участники мастер-классов и зрители рассказали, что открыли для себя много нового, всерьез задумались о начале своих творческих проектов, а также получили интересный опыт.